Уважаемые коллеги, прежде всего хочу поблагодарить организаторов. Так получилось, начали мы с аграрных дел, на мой взгляд, это оправдано. Мы говорим, что природа – это такое единственное аутентичное послание Бога в нашем трехмерном мире. Занимаемся мы вопросами не только аграрными, но и некоторыми общими. Сегодня большинство аналитиков ищет ответ на вопрос, каким быть Центробанку, как проводить интервенции, не меняя саму систему. Но мало кто задается исходным вопросом, вопросом целеполагания, для чего быть Центробанку. И вот в момент слома Бреттон-Вудских соглашений, да и самой мировой кредитно-финансовой системы, Москва могла бы стать конкурентоспособным финансовым центром, если в основу его функционирования положить принципиально новую концепцию денежного обращения – для этого надо выйти из матрицы навязанных обществу порочных стереотипов, ведь изначально деньги возникли во имя вполне понятных общественно полезных целей. Позже корпорация сосредоточилась на получении собственных доходов, я прошу слайд включить, там, вне сферы созидания, через судный процент, маскируя это под банковский бизнес, порождая десятки взаимоувязанных между собой вторичных финансовых проблем. Борьба с ними без снижения ставки методологически бессмысленно и напоминает борьбу с ветряными мельницами. Коран, Аристотель считают судный процент самым опасным грехом. Процент на процент задает рост капитала коллективного кредитора в геометрической прогрессии по закону раковой опухоли и с математической неизбежностью губит. Времени и размера процента. Отсюда и истоки кризисов. Помимо финансового разорения промышленности, проценты наоборот капитала затачивают под себя всю экономику. В результате ее цели подстроены под глупый рост в терминах Пушкина идут вразрез с интересами общества. Сегодня мы единственная страна в мире вот ставки я там приводил, которая с 90-го года обеспечив в угоду конкурентам инвестиционно-финансовый паралич реального сектора, свято чтит стандарты МВФ и принципы Вашингтонского консенсуса. Высокие ставки кредитования нам нелепо объясняют высокой инфляцией, а сфабрикованная при этом подмена причины и следствия, подчеркнутая губернатором Савченко даже в основном докладе на Госсовете, остается незамеченной не только ЦБ, но и прессой. В тяжелое послевоенное время цены снижались ежегодно, Дмитрий Иванович Менделеев приводит данные по 19 веку. Полезно было бы в Госдуме посмотреть там законы о снижении цен за 100 лет в среднем в 1,7 раза. В 1930 году в абсолютно безграмотной России было обеспечено безинфляционное финансирование одновременно начатого строительства 1500 крупнейших предприятий. Э, слайд включите, пожалуйста. За 10 лет их было построено 9000. тысяч. Возможен ли подобный инвестиционный прорыв сегодня? Конечно, да. Но этому мешает позиция нашего финансового блока с умышленно навязанными обществу стереотипами о нехватке денег. В суверенной государственности деньги не более чем информация на бумажных или электронных носителях. Их количество должно согласовываться с ресурсно-инвестиционными возможностями государства, но не с количеством долларов. Их нужно просто напечатать. И чем больше печатается денег, направляемых в развитие, тем ниже будет инфляция в связи с ростом добавленной стоимости и товарной массы. Русь – особая цивилизация. Именно на нее возлагают надежды народы мира в трудный период. В эпоху краха глобальной кредитно-финансовой системы и поиска варианта замещения ее функций, именно наша страна должна сформировать новые смыслы, предложить миру надгосударственную переводную буферную валюту, скажем, БРИКС или РУАНЬ, для организации равноправных международных расчетов. Ее концепция докладывалась нами руководству Китая. Научная школа реальной экономики нашего университета, в опоре на общественную инициативу, разработавшую концепцию общественной безопасности, ведет разработку основ общественно-полезного денежного обращения на базе энергетического стандарта обеспечения устойчивости рубля, принципиально исключающего возможности его обесценивания и тем более свободного падения. Одной из инициативных групп, разработан и представлен на наше экспертное заключение, проект закона о переходе на беспроцентное кредитование. Готов организаторам форума два экземпляра вот этого проекта закона о беспроцентном кредитовании передать. Завершая, я хочу отметить, что печальное будущее социального явления по имени расставщичество безальтернативно запрограммировано матрицей творческого наследия пророка русской цивилизации Пушкина и лопал на огне печеный ростовщик. Вот прогноз Пушкина. Кровавость предстоящих событий и степень удовлетворенности нашего народа курсом развития страны во многом будут определяться тем, как быстро мы реализуем это творческое завещание Александра Сергеевича Пушкина. Спасибо за внимание. Ну, мы начали с аграрной темы. Сейчас будем заканчивать аграрной темы. Еще Виктор Алексеевич Ефимов, ректор Санкт-Петербургского государственного аграрного университета. Просто, друзья, уровень разговора сегодня таков, что мне показалось, мы должны услышать главное. Вот главное, я бы отметил выступление Бузгалина, потому что ну, можно сотни проблем перечислять. Но есть один вопрос: или мы действительно говорим о будущем, или нет. Я предлагаю провести обсуждение в формате, может быть, близко к этому, но по другому вопросу. Россия, значит, концепция будущего, где говорить только никого не критиковать, не искать врагов, но сформировать вот это будущее. Мы готовы от нашей школы, мы работаем совместно с факультетом прикладной математики и процессов управления Санкт-Петербургского университета с 90-го года. Академик у нас Зубов начинал эту работу и готовы сделать основной доклад «Концепция безопасности», потому что экономика – это действительно лишь по значимости четвертый приоритет. Она всевластна над военным и генным оружием, но над нею стоит три приоритета – идеологическое оружие, историческое и мировоззренческое – если мы эту совокупность не понимаем в целом, то мы ничем не управляем. Мы можем сколько угодно барахтовцев в частностях, но еще раз говорю, управление в соответствии с достаточно общей теорией управления начинается с постановки цели, а потом в соответствии с этой целью разрабатывается концепция. Структуры вторичные, они служат концепции. Вот такое предложение.